коллективное поле сознания человечества что означает? Коллективное поле сознания это весь опыт, который формируется от физического тела, начиная от физического тела. Значит, это астральные, то есть эмоциональные процессы, ментальные процессы, и все это содержится в эфирной структуре. Эфирная структура, она делится на различные подструктуры. То есть это как бы память, где содержится вся информация о коллективном поле сознания. Естественно, если мы говорим о коллективном поле сознания, то фактически от пранического тела, которое выходит, вернее, которое находится сразу за физическим телом, и до эфирного тела, до нижней части эфирного тела, это все коллективное поле сознания, где содержится энергия каждого человека, его мысли, его эмоции, все то, что он когда-либо переживал в различных жизнях. Каждая энергия, это, знаете, это как вибрация, которая лежит на определенных полках или находится в определенной ячейке, которая соответствует именно этой вибрации. И каждый человек, ну, фактически, не то что заходит, он, его сознание там, его ум живет в этом коллективном поле, бессознательном коллективном поле. И все наши мысли и все наши эмоции, это не наши мысли и эмоции, мы просто оттуда берем, из коллективного бессознательного. Вот есть две жизни Антаровой, где в четвертом томе очень ярко описывается процесс, как вот эти башни Вознесения формируют этапы эволюционных процессов развития, где обильно каждый этап, каждая структура, каждой башни, вплоть до вознесенных владык, обильно посылает человечеству различные уровни вибраций, мыслеформ, как энергетические шары или сферы, которые движутся в самую плотную обитель нашей Земли, и таким образом люди своим сознанием, они подбирают эти сферы для того, чтобы каким-то образом использовать свой опыт в различных ситуациях. Поэтому коллективное бессознательное – это поле, где находится наш ум. Вы разрежете тело, и вы там не найдете этот ум. Он находится там. Поэтому в коллективном бессознательном существует весь опыт цивилизации. В зависимости от уровней, разные уровни эфира содержат в себе акаш или память, возможно, опыт других цивилизаций, других миров.